В Армении полиция ищет бомбу в здании Национального собрания страны. Этим утром неизвестный сообщил о взрывном устройстве. К парламенту направлен один боевой расчет, спасатели и отряд особого назначения. Я напомню, накануне в полицию Армении поступил сигнал о взрывном устройстве в здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении. Он оказался ложным.